Здравствуйте, Кавказ Чес пишет. Удачного стрима. Спасибо. Насколько я понимаю, это мне пишет Салим Айратович Фасульянов. Смотрю тоже ваш канал, вот особенно с Игорем Коваленко. Вот. Но мне тоже довелось с Игорем Викторовичем играть. Да, я помню, партия не продлилась, по-моему, даже 30 ходов, но был такой опыт. А я напомню, что Игорь Коваленко, ну и вообще семья Коваленко, она сама, насколько я понимаю, из Новомосковска, это не очень большой город, недалеко от Днепропетровска. Вот, и вот сейчас Игорь Коваленко один из топ-игроков в мире, а его брат Максим Коваленко, он сейчас судья, то есть арбитр ФИДе, и в Днепропетровске устраивает очень много турниров, в том числе с обсчетом как раз рейтинга ФИДе. Ну, то есть, можно сказать, один из таких активных судей у нас в городе, который участвует в шахматной жизни нашего города. Так.